Улица Московская, лицо города. Парковка на тротуаре выглядит вызывающе. Ну что же, водители, ваш вызов принят. И вот, едва завидев полицейских, вы, застигнутые врасплох, не находите аргументов для оправданий. Тем более еще и видеокамера снимает. В связи с многочисленными жалобами жителей города Саратова по парковке транспортных средств на тротуаре по улице Московской, госавтоинспекция города Саратова осуществила выездной рейд по указанному адресу. В ходе рейда госавтоинспекторы обнаружили 5 транспортных средств, которые были припаркованы на тротуаре в нарушении правил дорожного движения. В отношении каждого водителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях и проведены профилактические беседы. Уважаемые водители, спешим вас обрадовать на тот случай, если думаете, что мероприятие разовое. Ничего подобного. Повторно парковаться на тротуаре не рекомендуем. Денис Желтов, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.